Уважаемые зрители, моя дорогая, моя любимая ядерная аудитория, рад вас приветствовать. Это нет, это не покатушка, друзья. Повинную голову меч не сечет, давно с вами не катались, но осень за окном, знаете, не такая, как в небе жгут корабли, такая 50 оттенков серого. Да еще такая холодрыга, пока тут от гаража до дома в пиджачке дошел по улице. Я, правда, не сразу дошел. Тут мои подшефные коты в ноги сразу бросаются. Они меня прям ждут, когда приеду. Ну вот. Потом я подумал, раз я эфир буду для вас снимать, надо сразу птичкам корм засыпать. Ежи только мне вот сейчас полегчало. Отвалились с попечения, задрыхли. Они где-то примерно как раз в октябре месяце идут на боковую, слышать музыку полковую. Вот, так что мне тут сейчас с питомцами стало полегче. Ну, я что хочу сказать, пока шел в пиджачке, в рубашечке до дома, как это... Шел по улице малютка, посинел и весь продрог. Вот, налил тут себе, заварил болотную траву. Знакомый упырь болотный с кикиморой мне поставляют. Да, то есть это прям гарантирует от простуды. Ну ладно, живы будем, не помрем. А я, кстати, залез в мансарду своего домика. Тут могут быть природные звуки, будет почти покатушка. Дождь слышно по крыше, не знаю, правда, микрофон его поймает или нет. Тут мотыльки летают, комары. Так что это, собаки лают. Почти покатушка. Продолжу примерно тот же разговор, что во время последней весенней посиделки. Снимал я ее аккуратно к упалу. По-кельтски на Бельтайм. Это, конечно, волшебное время, когда пробуждается природа. Самое мое любимое время в году, да, наверное. И у большинства людей тоже начало мая месяца. Независимо от вероисповедания, прыгаем мы там через костры, не прыгаем, неважно. А эта посиделка у нас получается самайновская. Самайн у кельтов – это третий месяц осени, конец сбора урожая. Ну что, поговорим, как обычно, как будто мы едем. Расскажу вам кое-чего. Потом почитаю в комментариях, может быть, вы мне какие-то истории расскажете. А, кстати, рассказывать и слушать истории – это хорошее дело. Наше правое полушарие любит это дело. Почему слушать истории – дело полезное? Очень просто. Это для нас обмен опытом выживания. Это, знаете, еще очень древняя история, когда наши предки в пещерах жили. Обмениваться историями был... Но для выживания было важно, потому что если вовремя услышать, что там у ручья видели медвежьи следы, так это жизнь тебе могло спасти, тебе и близким. Поэтому, кстати, в медийной среде быстрее всего негатив распространяется. Это такой пещерный навык. И еще история, знаете, с какой точки зрения полезна? Это способ себя познать. Многие же этого просто не могут сделать по-другому. А за счет внутреннего диалога с самим собой. Там же надо разговаривать прям сосредоточенно и честно-честно. И это очень тяжелая работа. Хуже, чем, наверное, вагоны разгружать. И когда мы разговариваем или слушаем истории, мы себя подсознательно сравниваем с рассказчиком и прикидываем, а как бы мы на его месте поступили. Вот. О, а он-то не так сделал, как я бы, наверное, сделал. А у него ловчее получилось. Ну, значит, и мне надо так в следующий раз. Понимаете? И этот процесс сравнивания, он идет как бы автоматом. То есть напрягаться вообще не надо. Кстати, истории, конечно, историями,
Но вот один важный момент есть. Это уже почти серьезно, я прям специально на нем остановлюсь. А потом пойдем дальше. Насчет вопросов самому себе. Знаете, есть такие вопросы, которые самому себе страшно задать. И очень полезно спрашивать себя о том, в чем ты сам себе боишься признаться. Вот то, в чем ты сам себе боишься признаться, если ты скажешь внутри себя вслух, как правило, это хочет тебе сказать Бог. Тут дело строго индивидуальное. Колхоз – дело добровольное и так далее, но есть один железный принцип, когда ты хочешь себе выбрать человека. Неважно для чего – для любви, для дружбы, просто поговорить, посоветоваться. Тут надо посмотреть на него внимательно и задать себе один вопрос. Это он? Или там это она? Ну, в смысле, это он или она, с кем можно дружить, или с кем можно поговорить, или с кем можно посоветоваться. Ваш ответ изнутри будет безошибочным. Прям вот смотрите и понимаете, это он или это она. Ну, все, значит, ваш человек. И что еще важно в этом занятии, если вы решили послушать чьи-то истории или решили с кем-то пообщаться, это дело привносит в жизнь новое. То есть все люди делятся на две большие категории. Для одних людей новые впечатления, поездки, новый я сам, новые книги, новые знания, они важнее самой жизни. А вот для другой группы, на самом деле для большинства, сама жизнь важнее нового. Но знаете, вот парадоксальным образом, я даже по себе это замечал, когда вот ставишь жизнь на первое место, ты ее парадоксальным образом упускаешь. Потому что она становится серой, предсказуемой, поэтому несчастной. То есть большинство из нас любит и стремится упорядочивать свою жизнь, лишая себя вообще любого творчества. А новое – это же всегда хаос. Но хаос этот, он живой. Знаете, как такой первичный аминокислотный суп, вот этот вот, по которому били молнии, и из которого зародилась жизнь. Кстати, вот странное дело, вот люди, которые ставят саму жизнь на первое место, чтобы все, каждый день было одинаково, на работу, с работы, в кино по выходным. На многим же из них эта жизнь не нравится. Тогда, понимаете, тем более странно ее фиксировать в таком виде. И, кстати, вырви глаз. И, кстати, вот если что-то не нравится в жизни или плохое, не надо с этим соглашаться. Оптимально, конечно, бороться. Злые поступки, злыми зови. Мсти за злое немедля. Такое наставление Один дал людям. И, кстати, на самом деле это гимн смирению, а не гимн мести. Я у себя в телеграм-канале это объяснял. Вот, и мне кажется, мои подписчики сочли мои объяснения убедительными. Но давайте по-честному, вот в телегу не заглядывая, уважаемые зрители, в комментариях, пожалуйста, поделитесь своими версиями, почему призыв Одина к немедленной мести, не вот к этой итальянской, там, в остывшем виде, долгое время спустя, а именно к немедленной, является гимном такому смирению, которого даже в христианстве сложно найти. Ну, разве что у Иова, например, только. Но знаете,
Если не можете бороться, руки только не опускайте. Живите вопреки. Вопреки тому, что хочет вас сломать. Жизнь вопреки тоже может быть прекрасной. У меня в жизни были периоды, когда, ну так, по большому счету, два. Когда я жил вопреки. И знаете, когда эти периоды заканчивались, я даже жалел, что они прошли, потому что в то время я был живым. То есть до этого как сидел? Как сидел? Сидел как? Идиот в своей любимой вмятине. На диване со счастливой улыбкой. И тут бац, какая-то проблема. Солнце скрылось за тучами. Погода стала мрачной. Но в этот момент необъяснимым образом из головы выдвигаются такие, как телескопические рога. Глаза загораются, как у терминатора, красным светом. Там подходишь к проблеме, упираешься в нее рогами и начинаешь с ней бороться. Это прям живая жизнь. Попробуйте, если у вас что-то подобное сейчас происходит в жизни, не пожалеете. Жить надо так, чтобы никто про вас не мог сказать ни в этом мире, ни тем более в лучшем мире, что жизнь вас сломала. Представляете, что за ерунда? Жизнь сломала вас, многогранную человеческую личность, со многими достоинствами, со многими талантами. Со многими талантами. Бесталантных людей не бывает. Бывает сколько угодно людей, которые свои таланты в землю закопали. И, кстати, с них за это спросится. Но это же невозможно, нельзя себе такого позволять. И, кстати, знаете, что я вам скажу, что мне это сказал очень мудрый и знающий человек, что боги очень любят несломленных, непокоренных. И они всегда им воздают за это. Или в этой жизни, или в следующей. Еще, кстати, очень важно не соглашаться со всякими такими установками, которые распространены, особенно вот в христианских обществах, и почему-то считаются верными. Например, когда происходит расставание с близкими людьми, ну чего там греха таить, бывает такое в жизни. И вот очень распространенная установка, распространяемая такими, в кавычках, сердобольными людьми, что надо, мол, простить, и надо, мол, отпустить. И ты думаешь, да, действительно, я прощаю, я отпускаю. И в этот момент вы сами себе лжете, потому что ни черта вы не простили и ни черта вы не отпустили. И, кстати, правильно сделали. Это глупость, конечно же, прощать. Не надо прощать через силу, это не прощение. До прощения еще нужно дорасти. И только тогда оно будет иметь вот действительно целительный эффект. А непрощенное прощение – это как абсцесс, это как фурункул, который в любой момент может прорваться там гноем, гневом, не знаю, любым другим словом на букву «Г». Так, знаете, и до депрессии недалеко, или там еще бывают похуже вещи, типа психологической смерти. Вот это действительно тяжелое состояние. Все такое, знаете, какое-то мутное, как будто через стекло. Ничего не хочется, ничего не вдохновляет. Хочется спать, ложишься спать, не спится. Могут быть всякие болезненные состояния, там типа вегетососудистой дистонии. Если кто из врачей смотрит, наверное, согласится со мной, что на самом деле никто не знает, что это такое. Это что-то какая-то слабость, тремор, потливость. То смеешься, то плачешь. Вот это все, короче говоря, это ваше непрощенное прощение. Так что же делать с этими потерями?
Ну вот, кстати, хороший вопрос по ходу дела всплыл. Наверное, давайте об этом и поговорим. Сейчас буду по ходу соображать. Ну, во-первых, это вот твердо усвоено мной. Во-первых, надо перестать быть открытым для всех. Я не говорю, что надо вот замкнуться, закрыться, дверь закрыть там на все задвижки и цепочки, выключить телефон. Не-не-не, такого не надо, конечно. Знаете, вот нечто такое легкое и имиджевое забрало условного шлема слегка под прикрыть. Так вот, слегка. А то так с открытым забралом, не дай бог, продует. Что я имею в виду? Наверное, давайте я на одном примере объясню из моей прошлой личной жизни. Так, а правильно ли это объяснять на этом примере из моей прошлой жизни? Это был случай с моим приятелем, с которым мы разошлись. Честно говорю, я посчитал наше общение токсичным. А в прошлые посиделки я говорил, как следует поступать с токсичными людьми. Мы не общаемся. Ну и, в общем, я имен, фамилии называть не буду, так что, наверное, можно рассказать. Так вот, этот мой приятель, подчеркиваю, ничего плохого о нем не хочу сказать. Ну, так бывает в жизни, что люди расходятся. А вот он в силу какой-то не совсем понятной мне установки, наверное, это что-то из психологии. Я так далеко еще в психологию не копал. Явно, наверное, может быть, если профессиональные психологи смотрят эфир, у них какая-то гипотеза или объяснение на эту тему возникнет. Вот он, когда выбирал себе любовь, ну, женщину, он всегда выбирал себе таких женщин, с которыми у него был максимальный разрыв. Имущественный, финансовый, статусный, социальный. Причем вот чем больше был этот разрыв, тем вот ему больше нравилось, тем ему было лучше. И он, знаете, вот он был такой как раз Печорин наоборот. Я там про забрало шлема сказал. Вот он кидался в эти новые отношения для себя с открытым забралом и вот прям как в омут с головой. Ну, естественно, через какое-то короткое время эти отношения заканчивались плачевно. Ну, то есть разрывом. Болезненным очень для него, и, в общем, в его жизни наступал такой, в его жизни талантливого, творческого, но очень ранимого человека, наступал такой долгий, тяжелый, нестабильный период. И вот он как-то после одного из такого, наверное, самого болезненного разрыва в его жизни, хотя мы с ним давно не общались, может быть, что-то было еще и похлеще. Вот. Ну, в общем, он как-то приехал ко мне, прям вот, как говорят сотрудники правоохранительных органов, в адрес, за советом и психологической помощью. Вот. И он мне говорит: а что мне делать, Боба? Он меня Бобой называл. Знаете, не знаю, что бы ему сказал профессиональный психолог. Я сказал из своих внутренних убеждений, а когда ты в чем-то убежден, тогда в том, что ты говоришь, есть сила. И это на человека действует, даже независимо от того, ты правильно говоришь или не совсем правильно. Я ему говорю: слушай, Вань, ну его не Иван звали, ну так условно. Слушай, говорю, Вань, я тебе немножко завидую. Это чтобы тебя утешить. Я тебе завидую, знаешь почему? Вот на вот все то время, когда ты был с ней, на тебя было приятно посмотреть. У тебя рубашка была синяя. Ты до этого как-то так одевался, там какую-нибудь джинсу с рваной коленкой, майку там погладил, не погладил, одеколон брызнул, пошел. А тут прям все как надо. Рубашка синяя, галстук желтый, глаза горят, походка летящая. Такие отношения в жизни бывают редко у кого. И то, что они у тебя были, тебе на самом деле очень повезло, поэтому, мне кажется, тут
Во-первых, ну как-то внутри себя надо поблагодарить Бога и, наверное, этого человека за то, что ты был такой. Вот. Завидую тебе белой завистью, сказал я твердо. И твердо соврал. Ну, бывает иногда такая лечебная ложь, это ложь во спасение, так что все нормально, этической проблемы нет никакой. Ну, а теперь, говорю, переходим к вопросу, что делать. Во-первых, Ваня, говорю, посмотри на себя в зеркало, если мне на слово не веришь. Ты огромный, брутальный мужик. У тебя вон рука, как у меня нога. Но во что ты превратился? В какую-то, не знаю, в какую-то промокашку. Скажу тебе сразу, чтобы ты уже окончательно промок. В этой ситуации, вот как я понял из твоего рассказа, ты достиг дна. Хуже тебе вот с этого момента уже не будет. Каждый следующий день будет опять тяжелым, но он будет чуть-чуть лучше. Чтобы тебя окончательно добить, чтобы тебе каждый следующий день был уже лучше, надо, чтобы ты ударился об дно, давай я тебя об дно ударю. Сказав, что шансов на то, что ты с ней восстановишь отношения, очень и очень мало. Про себя я подумал, что они равны нулю. Почему мало, Ваня? Потому что ты в отношениях понаделал много фатальных ошибок. Во-первых, ты себя ей выложил всего сразу и без остатка. Как вот знаете, предоплату цыганке. Так вести себя было нельзя. Интересны люди, которые держат определенную дистанцию. Этим они подчеркивают свою ценность и свой потенциал. Этим потенциалом можно поделиться партнером, но, знаешь, вот не так вот по предоплате, а только когда вы оба проделали такую большую совместную работу и построили такие хорошие межличностные отношения. Все, что ты можешь сделать сейчас, ну, в основном для себя, конечно, а не для нее, это сделать так, чтобы она запомнила тебя хотя бы мужиком, а не заплаканным юношей. Повторюсь, сказал я ему тогда, это важно именно для тебя. Потому что ты себя сейчас оцениваешь через ее мнение. А ее мнение о тебе сейчас дефолтное. Поэтому, пожалуйста, прошу тебя. Во-первых, перестань мне показывать ее смс-ки и зачитывать их с выражением слух. Во-вторых, не мое дело, это ваши дела. Перестань, пожалуйста, ей писать новые смс-ки каждые полчаса. Ты сейчас их пишешь в никуда. Ну вот, и поскольку ответа нет, все глубже и глубже погружаешься вот в эту вот помойную депрессию. Ну, он все это выслушал, говорит, ну ладно, понял. Сейчас я только напишу, что не буду ей больше досаждать, что я ее люблю, что я ее прощаю и что я ее отпускаю. Тут я просто выматерился и говорю, слушай, вот ты приехал ко мне, спросил совета. Я тут тебе что-то дал доню. У меня на участке дел дофига. Хозяйство вообще все запущено. Вот. А я тут в тебя не в коня корм запихиваю. Ты ее простил? Нет. Ты отпустил? Ну так вроде тоже не готов. Ты счастья желаешь с другим мужиком? Ну так это лицемерие. К чему это я все вообще рассказывал? Это всю эту... Достаточно тяжелая история, на самом деле. К тому, что если бы мой товарищ, вот как в боксе, да, не был бы таким открытым в рубке с явно превосходящим его соперником, не получил бы нокаут. В общем, друзья, нельзя это в себе все носить. Вот эти вот непрощенные прощения, я тебя отпускаю, травма отвержения. Выкидывайте эти все прощения на помойку. Знаете, есть такая притча о монахах, я ее очень люблю. Два монаха встретили у ручья женщину. Берега ручья были грязные, скользкие, вода была холодная. И женщина попросила старшего из монахов перенести ее на другой берег. Он взял ее на руки, перенес.
поставил на другом берегу, и они разошлись. Она поблагодарила, каждый пошел своей дорогой. Монахи возвращались домой молча, шли довольно долго, и у самого дома молодой монах спросил у старого, что нам же запрещено как-то вот это вот, не то что даже там прикасаться, но даже думать о женщинах. На что старый монах ему сказал: послушай, я просто ей помог. Я перенес ее с одного берега на другой и там оставил. А вот ты до сих пор несешь ее в своих мыслях. Кстати, знаете, не очень понимаю вот эти вот принципы завязывать свои основные инстинкты на узел. В моей любимой северной традиции такого нет. Да там, собственно говоря, и монахов никаких нет, и храмов никаких нет. Там считается так: хочешь поговорить с богами — говори. Говори, зачем тебе для этого какие-то выделенные места и посредники. Ладно, не буду противопоставлять разные традиции. Тем более, как известно, всем умным людям перегородки между религиями, они же до неба не доходят. Кстати, знаете, вот еще момент интересный. Ну, раз уж я начал раскреплять скрепы и расшатывать устои, и злость в себе подавлять не надо. Злость — это очень высокое чувство. Как это ни покажется странным, у злых людей обычно много друзей. И, кстати, не просто друзей, а друзей, которые готовы за тебя постоять. Потому что, когда ты проявляешь злость, ты выглядишь таким определенным. Понимаете, у тебя нет такого, что сегодня так, завтра так, а может, я передумаю. Вот. А может, оно не совсем черное, а может, оно не совсем белое. Друг для такого человека, который вот себя ведет так открыто, это друг. Враг – это враг. Все определено, понимаете? А, кстати, здоровая агрессия помогает выживанию. А вот у тихих людей, вот таких невыраженных, никак не проявленных, я вот обратил внимание, друзей всегда достаточно мало. Вообще круг общения маленький. И, кстати, вот еще очень важная деталь – тихоня, когда человек тихоня, это не равно, что это человек добрый. Зачастую, не всегда, подчеркиваю, не всегда, но зачастую, такие люди вовсе не добры. От таких людей, вот знаете, как правило, помощи не дождешься, потому что оказать помощь — это значит принять решение. А как ты примешь решение, если ты весь такой аморфный? И, ну, люди сторонятся таких, потому что они вот в тихонях чувствует фальшь. Помните, как в «Мастере и Маргарите»? Как там? Что-то в воле ваша таится недоброе в мужчинах, избегающих вина, шумных застолий и женщин. Кажется, как-то так. Если соврал, то немножечко. Знаете, вот поделюсь личной историей. Когда еще был жив отец Александр, настоятель храма в соседних Вялках, мы с ним, ну, можно сказать, что дружили. И я его часто там навещал в этом храме, хотя не считаю себя человеком таким воцерковленным. Первый раз помню, как туда попал, на Троицу. А в Троицу уже храм убирают ветками березы. Он весь в зелени, и, видимо, что-то в таком убранстве тронуло мою языческую душу. Ну и человек он такой был, знаете, необыкновенный. Там вот иногда, когда чувствуешь, что хороший человек, у него почему-то у хороших людей, как правило, синие глаза. И этими синими глазами изнутри, из них, на тебя как будто смотрит кто-то другой, какой-то добрый дух. Вот. Ну вот как он там служил, свои службы в этом храме, я к нему заходил, там сидел на скамеечке и приметил там таких благообразных старушек,
Это такой, ну, можно сказать, что церковный актив. А кто-то там на кассе помогал, кто-то что-то. Полы мыл. Кстати, отец Александр говорил, мыть полы в храме еще надо удостоиться. Не надо считать, что это ты там какое-то одолжение делаешь Дому Господнему. Вот. И вот, знаете, вот частенько наблюдал, когда летом, ну, знаете, дачники едут там, куда-то заскочили в храм поставить свечку. Ну, форма одежды дачная, может быть, косынки с собой нет. Или наоборот, мужчина там какую-то надел бейсболку, кепку от санцепёка. И вот эти вот все старушки, которые там при входе, они нет, чтобы, ну, так вот по-доброму человеку сказать, что вы меня простите, пожалуйста, мужчина, вот вы там зашли в храм, ну, пришли как будто бы к отцу, вот, а вы в кепочке, ну, это как-то вот, ну, во-первых, не принято, во-вторых, неуважительно по отношению к вашему любимому отцу. Пожалуйста, снимите ее, вот, только не обижайтесь на меня. Ну, не, ничего подобного. Просто вот шипеть на них начинали, на этих незадачливых посетителей храма, как вот змеи на болоте. И мой любимый отец Александр, кстати, вот парадокс, да, обычно там гонял их этих святош там мокрыми тряпками, а во мне, в человеке, которому вообще как-то так не сильно заметно много смирения, наоборот, относился уважительно. Ну, это было взаимно, конечно. Ну и вот такой портрет Тихонь. Вы будете с таким человеком дружить? Ну, я, наверное, нет. А потому что, а вообще как? Понимаете, такой человек, он же как-то не субъектен. Это как, знаете, на что похоже? На тополиный пух. Он вроде такой мягкий, белый, пушистый. А ветер подул, и нет его, и дружбе конец. Короче, злость. Мы про злость же говорили. Ее желательно, конечно, не всегда так получается, но нужно выражать прямо. То есть, вот, сказать тому человеку, из-за которого это чувство появилось. Во-первых, что вас не устраивает? Во-вторых, что вы при этом чувствуете? И в-третьих, что бы вы хотели от этого человека или наоборот не хотели, чтобы он что-то делал, или наоборот, чтобы он что-то не делал? Даже если вы ничего не получите, то, что хотели, но, во-первых, вы расставите все точки над «и». А во-вторых, ну, у вас будет дополнительный повод себя уважать, потому что вы ничего в себе не скрыли и действовали субъектно. Вы были молодец. А субъектность – это когда ты являешься причиной самого себя. То есть тебе не нужно никаких дополнительных подтверждений или чьих-то разрешений. Что тебе можно жить, что тебе можно кого-то любить или наоборот кого-то ненавидеть. Знаете как, ну вот надо жить, ну значит надо жить. Надо умереть. Ну не хочу даже об этом говорить, но иногда надо. Как там это в речах, моих любимых речах Высокого. Глупый надеется смерти не встретить, коль битв избегает. Но старость настанет, никто от нее не сыщет защиты. Но, когда нам жить? Как нам жить? Когда нам умирать? Это должны решать мы, люди, а не какие-то там политики, амператоры. Неумение говорить «нет» – это не доброта. Вот многие неумение говорить «нет» считают такой добротой. Нет, друзья мои, это не доброта, это слабость. Вообще, слабости довольно много разновидностей. Знаете, мне какая слабость, ну, может быть, не больше всего не нравится, но сильно не нравится. Это такое сильно бережное отношение к себе. Может быть, вы это замечали в каких-то людях, правда, неприятные впечатления оставляют. Не дай бог, я там где-нибудь поцарапаюсь, там дождик мою там буйную головушку намочит. Лучше я никуда не пойду, дома посижу. Я вот, кстати, помню, когда решил пробежать свой первый марафон, вот довольно много меня людей
отговаривала вот как раз такие, сильно бережные к себе. Зачем тебе это надо? Это же вредно, это износ организма. Не дай бог сердце стуканет. Ну ладно, ну пусть стуканет, как это... Старость настанет, никто от нее не сыщет защиты. Но ведь это гораздо... Тут трудно, конечно, говорить, какая смерть хуже, какая лучше. Но вот с точки зрения богов, которые смотрят на нас из-за высоких окон, парень, который в 60 лет не добежал до финиша марафона, и парень, который умер на больничной утке, сказав: «А! Доктор, гад, не ту таблетку прописал». Согласитесь, да, есть разница. Не, конечно, надо жить, не надо умирать. В пределах здравого смысла не надо делать глупостей каких-то там, да, голой попой в проруби сидеть 2 часа, вот этого не надо делать. Но облиться зимой холодной водичкой можно, на крещение хорошо, взять тулупчик, валенки, сходить в прорубь, пока окунуться. Вот, ну и страх, конечно, тоже такая разновидность слабости, очень распространенная. Знаете, вот, к сожалению, видел очень много случаев таких, когда первый же серьезный страх, который человек испытал в своей жизни. Ну, это я не имею в виду, там, знаете, кто-то в темноте сильно напугал, или там фильм страшный посмотрел, действительно что-то такое серьезное случилось, какая-нибудь серьезная неудача. И вот этот испытанный страх, он человека калечит на всю жизнь, он его оскопляет просто духовно. Вот. И лишает субъектности, о чем мы тоже говорили. Я как-то рассказывал, на мой взгляд, в своем лучшем моноэфире, название которого я позаимствовал у гениального писателя, гениального зоолога Конрада Лоренца «Человек находит друга». Я рассказывал, как я выбирал своего первого алабая, собаку номер 1 в моей жизни. Если кто-то эфир не смотрел, я перескажу, потому что это как раз к вопросу страха имеет отношение. Выбирать-то, честно говоря, там было в этом маленьком питомнике у моих друзей особо не из кого. В таком вольерчике сидел мой будущий Максимушка, моя собака номер 1, которая, наверное, смотрит на меня с радуги сейчас и переживает за меня. Ну вот, но тогда он еще не знал, что он моя собака номер 1. И Валерий сидел, он и его маленькая сестра. И она тоже была просто чудесно хороша. Вот, если вы не видели вживую алабаев маленьких, погуглите, пока Google еще работоспособен в нашем богоспасаемом отечестве. Как выглядят эти? Ну, это просто маленькие винни-пухи. Вот, и... Собака номер 1 в моей жизни, она ко мне не просилась. А просилась как раз сестра. Она так вставала на свои толстенькие задние ножки, так, значит, виляла своим обрубком. И вообще, азиатам же маленьким рубят и уши, и хвосты. Это древняя традиция, учитывающая специфику этой породы, которая... всю свою жизнь проводит в нелегкой борьбе за выживание. Ну, вот. А этот вообще на задние лапы не вставал, вообще на меня посмотрел, так глянул так искоса. Говорит: ну что, не хочешь меня брать? Ну хрен с тобой. И он заинтересовался костью, которая лежала в соседнем вольере у двух шестимесячных девочек. А люди, которые знают, что такое среднеазиатская овчарка, догадаются, что шестимесячный алабай или алабайка – это уже с виду почти взрослая собака. И на их половинке, на их этой деляночке лежала такая кость, выбеленная солнцем, с пищевой ценностью где-то в районе нуля, я так подозреваю, потому что грызли ее просто все там по очереди, начиная со самых старших собак и заканчивая вот этой вот малышней. Вот, и, значит, мой этот Максимушка решился в экспедиции. Он там пролез под этой рабицей, протиснулся своим толстеньким пузиком как-то так. Сначала там на животе полз, потом на спине, так брык-брык-брык, ну, в общем, пролез туда. Подошел к этой кости,
Взял ее и, значит, решила отправиться во свояси. Тут опять-таки опытные люди, которые знают, что такое среднеазиатская овчарка, наверное, или зажмурились, или рассмеялись, потому что такое поведение, это с точки зрения стайных понятий о приличиях, это что-то вообще наказуемое и требующее расправы над наглецом. Каковая расправа и последовала над моим этим дурачком. Вот, в общем, я там что-то растерялся, там шум, визг, пыль столбом поднялась. Слава богу, прибежала хозяйка, Олечка Гончаренко, отбила там этого дурака, значит, от двух разгневанных сестриц, бросила его на свою половину. Ну вот. И он, конечно, плакал, там хныкал, ему еще сестренка его родная добавила за то, что он такой переполох устроил. Ну вот. Но это был июнь месяц, этого моего дурачка пригрело солнышко, слюна на загривке, за которой его трепали, обсохла, слезы у него тоже на его желтеньких глазках высохли. А вот, и он успокоился и опять подошел к сетке разделяющей, значит, его вольера с вольером двух его родственниц старших, и опять стал смотреть на эту кость. И тогда я очень хорошо помню, сказал фразу, которая вошла в семейные аналы. С таким удивлением я вам так посмотрел и сказал: ну, ты такой же дурак, как и я. Я тебя беру. Будем жить с тобой, а два дурака, душа в душу, жить, поживать, добра наживать, пока смерть не разлучит нас. К чему я это говорил-то? Это маленькое существо, перенесенный им ужас, боль и страх, они его не сломали. Понимаете? Этого маленького черного Винни-Пуха не сломал, ну, пережитый ужас. Мне там страшно было стоять рядом с этим вольером. Рык был такой, что... Мама дорогая. И именно поэтому он и был, и есть такой незабываемый. И те, кто сверху смотрит за нами всеми, когда смотрели за ним, наверное, радовались, так же, как и я, его проделкам. И точно так же оплакивали его, когда он ушел. Так что, друзья, ничего не бойтесь, не надо бояться. А почему не надо бояться, поговорим об этом в следующий раз. Будьте здоровы!